Ух, мы обогрелись. Всем привет, друзья, с вами Спикер, и мы в Форусте. Мы в домике, мы, конечно, подождем, пока уже наступит утром. Хотя нет, мне появилась другая идейка. Я вот такой домик строил с друзьями очень долго. И мне, конечно, интересно, что от него останется после такой динамитной шашки. Хорошо, у нас есть такой домик, мы сделаем такой эксперимент уже. Что останется от дома уже после одной динамитной шашки? Хорошо, мы уже отойдем к входу, выходу и выходим и смотрим со стороны. Как разорвет его? Хо-хо, прямо в центре. Ну, в принципе, что-то от него осталось. Даже можно зайти и посмотреть, что от него осталось-то. Нужно, конечно, ух, тут придется довольно много чинить всего. Но, в принципе, все это дело работает. Дверь открывается, и уже утро наступает. Какая красотень. Да, друзья, сегодня пойдем в форест. Мы маленько, наверное, отоваримся. Ух, даже дырки какие-то есть. Хорошо, можно еще взорвать. У нас, в принципе, есть еще одна шашка. Надеюсь, мне не понадобится этот динамит уже. Так, секундочку, выходим. Выходим, взрываем, и что от него останется теперь уж? Просто на рассвете дня. Ух ты, деревяшка полетела уже. И куда-то испарилась. Ну, в принципе, дом еще стоит даже. Ну, хотелось, конечно, его полностью уничтожить. Хорошо, у нас, в принципе, есть самодельный. Мы это дело, конечно, все это взорвем. И что теперь осталось? О, костерчик остался, в принципе. У нас вот есть такой фундамент, и, в принципе, он как-то маленько стал кривой. Хорошо. Так, сразу снова к выходу. Сразу к выходу и бросаем прям в центр, уходим. Третий уже шашка, и что будет сейчас? Ну, по идее, должно быть как не очень. Динамит все-таки был покруче. Хорошо, это дело мы, конечно, оставим. Мы слишком много тратим динамиты, а домика у нас практически ничего не осталось. Мы сегодня пойдем маленько отоваримся уже, возьмем парочку припасов и будем спускаться уже в пещеру, где находится бункер. Так, кстати, может мостик тоже взорвать. Хорошо, мы, в принципе, и так много потратили динамита. Нужно уже собрать, наверное, платы и сделать еще парочку. У нас всего лишь есть две взрывчатки. Так, хорошо, алкашка, платики. У нас, в принципе, монеты. О, 300. Ничего себе, у нас сколько монетов. Можно еще 2 часов осталось. Так, это дело готово. Это дело уберем и, наверное, еще парочку мы сделаем. Нужно, по идее, найти дичь. Не нужна дичь. Так, секундочку, что-то я не добавил. Алкашку. Готово. Хорошо, мне, в принципе, этого достаточно будет, если что, конечно, потом с варганем. Нужно пойти на пляж, собрать уже припасики. Открывай, откройся. Мне нужно, по идее, дичь. Уже, наверное, перекусить надо. Пора время перекусить. Но, в принципе, есть мушкет. Ух, друзья, у нас есть мушкет и 20 патронов к нему. Может, конечно, в кого-то пострелять. Мне, наверное, все-таки хочется кого-то дичь. Ох, бардишка. Иди ко мне, хороший мой. Сейчас тебе заодно выстрел. Прям в головешку-то. Какой рассвета. Хорошо, один выстрел, в принципе, он мертв. Он еще живой. Хорошо, у нас идет перезарядка. Руки такие грязные. Иди ко мне, прям в жопу хочу тебе попасть. Так, еще один выстрел, и он мертвый. Ух, как нашумели-то. Ну, в принципе, все, он готов. В принципе, можно найти уже дичь, перекусить и отправить уже в бункер. Хотя, мне кажется, это будет очень долго. Нужно, по идее, спуститься в пещерку. Хорошо, возьмем катанку. Мне нужно найти, наверное, все-таки... Ух, там у нас есть дичь бегает. Дичь мне не нужна такая. Мне нужно, по идее, все найти парочку... кроликов или ящерицы. Так, у нас тут много алкашки есть, но есть много платиков. Это дело, конечно, можно забрать уже и уже, наверное, все-таки приблизиться к бункеру. Так, это бегает возле меня. Так, много костров здесь. Хорошо, у нас тут много платов, мы это дело соберем. Все эти платы соберем. Мне нужно, конечно, будет сделать динамит. У нас там, по идее, будет какой-то босс в бункере. И это дело, конечно, нам пригодится. Так, давай-ка, пахай. И уже пить есть хочется. У нас, по идее, очень много... где-то у нас черепашки должны быть. Они еще не выходят на берег. Видимо, еще не их не сезон. О, чувак отдыхает. С открытым ртом. Хорошо, у нас есть черепашки. Конечно, прости, черепашка, но придется тебя все-таки убить. Так, одна черепашка готова. Так, мясо заберем. Вот так ее разделаем. Еще есть 2 черепашки. Еще 3 черепашки. О, чувак у нас, походу, на беговой дорожке какой-то. Нет, походу, у нас женского пола. Слушайте, какой у нас спринт. Обалдеть. Хорошо, черепашка, давай-ка тебя тоже сварганим. С одного выстрела готова. Слушайте, ну прикольно, бегает, конечно же. Даже просто и мне хочется реально ее, наверное, ускорить ее. Сейчас маленько ускорим. Так, красотка, погоди, сейчас мы тебя ускорим. Жалко, нет замедления действия. Уф. Вот это было круто. С ума сойти. Хорошо, что у нас? Так, катанку же надо. Сколько черепашек? Уже черепашек, что можно сварить. Хорошо, она, в принципе, уже мертва. И нужно разделать. Чувак лежит и отдыхает. Походу загорает. Ты, походу, уже у меня перегорел весь, красный такой. Хорошо, еще одна черепашка у нас есть. Черепашек у нас будет очень много. И мяса уже, походу, у нас достаточно много. А где у нас эти мясо черепашки? Даже не вижу, где у нас мясо черепашки. Хорошо, уже на костре мы разберемся. Так, нужно, по идее, уже сделать костерчик. У нас есть костерчик. И еще дело сделаем. Потратил целый динамит уже на эту красотку. Так, мясо соберем. Так, дело мы соберем. Уже... О, чайка.
готово. Тоже мясо. Это, конечно, тоже мясо, дело заберем. Хорошо, давайте костерчик уже закинем уже мяском, поедим, попьем и пойдем в бункер. Так, что у нас есть? Эх, мясо не могу положить никакое. Нужно, по идее, нам выбрать какое-то мясо. А где у нас мясо? У нас, по идее, очень много должен мяса. Это у нас смола. Смола? Я не вижу никакого мяса. Что происходит в форесте? Эх, у нас, по идее, есть шоколадка. Хорошо, наверное, сварганим шоколадку и уже отправимся. Все-таки какое-то у нас мясо протухшее. Черт его знает, давно не играл в форест. Что у нас интересно тут и есть? Так, у нас какая-то записка. Записка, записка. И что у нас тут? Это, видимо, кто куда ехал. Да, видимо, эти контейнеры куда-то ехали и... Ой, жесть, что такое? Подлетает. Хорошо, будем близиться уже, конечно, к бункеру. Так, алкашку мы заберем. Есть еще плата. Конечно, придется еще сделать динамит и уже, надеюсь, там будет тоже припаса. Так, вижу алкашка еще. Сделаем еще коктейль Молотова. Она тоже очень эффективен будет. Пока мы идем, наверное, найти будет, наверное, парочку кроликов или ящериц. Они очень даже питательные. Там, походу, стоит чувак наверху. На горе стоит никто, 40 метров до него. Походу, ребят, какое-то священие. Они сели и стали молиться. Жалко, у нас нет банки с краски уже. И можно было подойти уже, когда красные были. Да, была такая серия уже. Вождь. Даже не помню, как называется серия. Хорошо, можно, в принципе, подойти к ребятам уже. Можно кинуть взрывчатку прям к ним, прям в центр. Это было довольно зрелищно. Так, у нас есть... Древчатка, нужно как-то рассчитать уже скорость полета, уже дальность и, конечно, скорость ветра. Хорошо, пробуем рассчитать. Они же, конечно, встали, они молятся. Мы засели в засаде и сидим в засаде. Они, походу, нас заметили. Хорошо, бросаем, даже не знаю, куда это именно попадет. Но должен прям в центр быть. Ух, хороший взрыв, ну, в принципе, очень далеко. Нас ребята заметили, можно, в принципе, разобраться, а можно просто уйти. Ребята, у меня мушкет. Вот это был выстрел. Хорошо, идем ходу уже. У нас перезарядка была. Я же не пойму. И к тому у нас 5 штук. Подходим ближе. О, хороший выстрел. И он мертвый. Готов. У нас 20. У нас 18 уже выстрелов осталось. Ребята, походу, испугались. Хорошо, продолжим наше путешествие уже к бункеру. Мы подойдем к кратеру уже и будем думать, как спускаться туда. Мне нужно, конечно, очень по-быстрому спуститься в кратер. Но можно, по идее, в пещерку уже показать, где находится вот такая теннисная ракетка. Вы писали в комментариях, где находится такая теннисная ракетка. Но я уже, по идее, показывал, правда, этот ролик очень старый, и не каждый посмотрел. Тотемчик. У нас, по идее, очень много кроликов есть. Это такой, о, кролик. Это не кролик, это ящерица. Иди сюда. Нам нужно, конечно, уже дичь. Нам нужна дичь, что, конечно, поесть уже. Так, чувак. Как же бегаешь вокруг? Вокруг да около. Конечно, можно вот таким макаром охотиться. Очень довольно эффектно. Куда он бегает вокруг меня-то? Сейчас. Все-таки попадем. Так, второй раз. Ну, хорошо, во-третий раз. В третий раз не промахнусь. Так, готово. Хорошо, нужно, конечно, мясо. Нам нужно течь и, конечно, отправиться уже в пещерке. Последний путь. Там кролик бегает. Так, соберем. Можно, по идее, сделать броню. Хорошо, у нас тут должен где-то костерчик быть. Костерчик, а вот есть костерчик, мы уже тут ели. Как раз поедим и уже посмотрим, что у нас есть еще. Мне нужно пойти много кроликов. Так, походу показалось. Эх, листва, мне нужно мясо. А вот есть мясо. Так, хорошо, пускай пока жарится, мы пока что посмотрим, кто есть у нас еще. Вон, кажется, есть кролик сидит. Сидит такой беленький, пушистенький. Беленький, нет, кажется, букамышек, а вот кролик. Эх, была не была. Хороший выстрел, но в принципе плохо. Интересно, а с помощью мушкета, кстати, можно охотиться? Сейчас поохотимся. Он слишком далеко убежал. Хорошо, не будем убегать далеко уже от мяса. У нас, по идее, очень хорошая полянка, и кроликов здесь довольно много. Хотя, кажется, не очень замечаю их здесь. Так, где наш костерчик? Костерчик, у нас мясо готово. А где можно уже поесть? Так, давай-ка поедим. Так, секундочку, убери, есть, мне нужно поесть. Ой, захрумкали, какая питательная ящерица. Хорошо, что у нас есть? Мне нужно все-таки взять парочку еще дичи. Будем спускаться. Ах, вон дичь бегает. Слишком как-то шустрая дичь. Ну-ка, стой, кролик. Стой-ка, кролик. Сейчас будет выстрел. Сейчас будет вспышка. Не, про. Ох, два кролика. Два кролика, это было круто. Хорошо, мы уже возле бункера. То есть мы находимся возле кратера, к которому нужно спускаться уже вниз. Интересно, как же спуститься по-быстрому? Раньше у меня был такой спуск, но его сейчас уже нету. А его уничтожили. Ох, ребята прыгают. Такие веселые ребята подпрыгивают. Можно, по идее, спрыгнуть, уже включить чит. У меня читов этих нет, я не использую. Хорошо, будем спускаться, наверное, спокойно, медленно. Ребята, спокойно всем. Что ты орешь? Там еще ребята пробежались. Красотка была, не была. Сейчас будет выстрел. Птичка. Прям спина. Это, конечно, не по-мужски. О, еще одна красотка, походу, уже помощнее такая. Хорошо, спускаться будем уже, наверное, все-таки в бункер, то есть в кратер. И сейчас, друзья, вам покажу, где находится теннисная ракета как раз. Мы, походу, делаем дёру. Ребята, не спрыгнут отсюда, слишком высоко. Так, ну, нужно, по идее, взять таблетку.
Таблеток у нас есть много таблеток. Ух, сколько у нас добра. Добра много, у нас дичи нету. Можно пойти поохотиться на крокодилов. Ух, они довольно-таки мощные. Так, ребят, походу отстали от меня. Ребят, отстали, мы хорошо будем спускаться уже в кратер. И уж, конечно, в следующем ролике будем уже находиться в бункере. Так, у нас, по идее, там очень много крокодилов. Сейчас посмотрим, что у нас против мушкета крокодил нам покажет. О, черепашка. Ну, в принципе, черепашку тоже можно взять. Так, можно взять. Ух, две черепашки. Была одна черепашка, сразу две. Интересно, а если еще раз так сделать? Так, раз, нет. Третьи черепашки не появились. Короче, черепашки, один удар, и вы мертвые. Так, еще один удар. Нет. Вот, готово. А, где можно забрать? Мясо у них, по идее, будет питательное. Ну, в принципе, есть. Мясо есть, это хорошо. Так, хорошо. Это нам головешка не нужна уже. Нам нужно только мясо. Так, готово. А куда, интересно, делся панцирь? А вот один панцирь и второй панцирь. Куда делся? А вот второй панцирь. Хорошо, нужно найти, наверное, парочку крокодилов. А кажется, раньше крокодили у нас плавали. Не знаю, есть такая функция сейчас, либо нет. Еще одна черепашка. Интересно, а где у нас мясо? А, вот мясо черепахи. Так, спокойно, мой друг. Черепашку мы заберем. Ох, какая мерзость. Да, уже спустимся, конечно, в пещерку. И уже выходить оттуда мы не будем. Мы находимся мы уже в бункере. Последние деньги в форесте. Ух, ностальгия. Хорошо, нужно найти все-таки парочку крокодилов. Черепашка. Черепашка, видимо, уже за место крокодилов. Интересно, они кусаются? Эх, уже какой, четвертая. Четвертую черепашку мы забрали. Правильно, пеньком отсюда, головешка. А крокодилов я не вижу здесь. Ну, по идее, должен обитать уже. Так, можно, в принципе, залезть уже и посмотреть. Они появляются как-то внезапно. Хорошо, тратить время не будем. Может, спускаться будем вниз. Если что, мы зажарим, конечно, аборигешек. Была не была, конечно, и будем жарить аборигешек. Сколько кроликов-то? Конечно, их жалко, потому что они такие маленькие, безобидные и пушистые. Хорошо, вот наша пещерка, ведущая уже в кратер. Спускаться, друзья, придется очень долго. Посмотрим, что там разработчики добавили. Давненько я не спускался. И здесь. Хорошо, давай-ка на рассвет. Так, у них, по идее, есть часы. Так, где можно взять? Это у нас мячик, он не нужен. Ребята болтаются, им гораздо проще, чем нам. Потому что они уже мертвые. Ух, какая красотка ты. Без глаз. Хорошо, спускаться будем, что у нас есть. Часики мы дело заберем. Наша веревка. Помню, играл с друзьями, у нас, по идее, тут какая-то была стенка. Разработчики, ну это было очень давно, конечно. Может, даже добавили, может, даже и что-то убрали. Ух, я вижу мутанта. Ну что, разберемся с мутантом? Можно... Кричит он. Так, у нас есть топорик и тряпочка. Так, готово. Сейчас это дело подожгем. Ну что, ребята? Всем привет. Сейчас разберемся с вами. Хорошо, сейчас разберемся. У нас, по идее, два брыгешки. Хороший удар. О-о-о-о, какой-то жутко активный. Так, там еще один чувак есть. Да, еще один чувак есть, он. А у нас просто загорел. Ребята, пускай свеча так путь. Ух! Осьминожка какая-то жесткая у нас. Эх, меня уже зажали в угол. Молодец. Одна стена, одной стенки уже нету. Одной стенки нет, давай вторую стеночку. Хорошо, я сам разберусь уже со второй стенкой. Ну как-то... Ух, я чуть не упал вниз. Хорошо, мы все-таки разберемся. Чуваки уже обгоревшие. Ребята, один удар, и вы мертвы. Похоже, живой. Сейчас добьем. Ух, походу, осьминожка летит к нам. Мы все-таки с ней разберемся. Так, куда делся? А ну прошу мимо нас, как это дело? Я даже не заметил. Хорошо, нужно все-таки взять еще... Спокойно. Как ты слишком быстро перемещается? Нужно было сделать бронь на всякий случай. Так, хорошо, мы все-таки разберемся с ней. Мы в форесте уже 151 день выживаем, так что мы с этой осьминожкой разберемся. Мне какая-то это мутация. И бунки как раз мы это дело проверим. Ну, даже не знаю, как это можно ударить по ней. А вот сейчас можно прям в спину. Ох, ребят, хороший удар. Ох, тоже хороший удар. У нас очень мало хп. Хорошо, отступаем. Мы все-таки эту осьминожку уничтожим. Секундочку, таблетки. Какое зло это. Ну хорошо, это дело мы оставим и просто уйдем уже от нее. Так, у нас, по идее, тут есть топорик желтый. Золотой ручкой мы его забирали. И у нас, по идее, скутер. И, друзья, я хотел вам показать, где находится теннисная ракетка. И пока слишком шумно, и мне не очень хорошо слышно. Хорошо, идем отсюда подальше. Какие они такие кровожадные стали. Так, нужно спуститься, наверное, вниз уже будет. Нам нужно, конечно, топорик альпиниста. Ледоруб здесь у нас. Ох, да, у нас тут маленький бегает. Как у меня хорошая память. Так, хорошо, с помощью катанки мы дело разберемся. Ну, какие маленькие шутки. О-хо-хо. Как хороший удар-то. Так, уже троих убили. Так, ребята прыгают довольно шустро. Ну, в принципе, так и бегает, как и раньше. Так, один еще второй. О, сколько тут добра-то. Так, дело мы уберем.
ты мне здесь не нужен. А раньше такого здесь не было. Такой функции вроде бы не помнится. Здесь, походу, ох, честь. Здесь реально очень много добра. А что у нас происходит? У нас есть тряпки здесь, и здесь больше тряпки есть. А тут у нас тоже тряпки. Тряпок у нас реально будет уйма. Да, разработчики добавили такую функцию, ящики такие. Довольно будет интересно. А такие ящики можно уничтожить? Их можно, там ничего нету. Хорошо, нам нужен ледоруб. Так, идем, заберем. Есть еще один ящик. Здесь, походу, у нас... Так, тоже заберем. Очень много тряпок, веревок, и у нас тут есть спуск. Такие веревочки. Да, по этой стенке можно спуститься уже, и у нас там находится теннисная ракетка. У нас здесь ледоруб, и сейчас мы спустимся. Так, нажимаем Е. Вот так. Тыкаем его и спускаемся очень аккуратно, потому что здесь чертовски будет высоко. Так, пока что у нас прямо. Так, походу мы спустились уже. Мне кажется, гораздо было выше. Так, хорошо, отпускаю уже стенку. Стенку отпускаю, и нужно спуститься еще ниже. Есть вторая стенка. По идее, я забирался туда по другому маршруту. Но он гораздо был опаснее, через водопад. Да, тут довольно прилично высоко. Так, походу мы снова спустились еще ниже. Так, спокойно. Довольно спокойно, тихо. Мне кажется, да, спустились уже, и сейчас найдем теннисную ракетку. Она, по идее, должна быть, но она у меня есть. Но она будет просто лежать. Так, возьмем катанку. Катанку. Ребята отдыхает. Так, с правой стороны должно быть. Да, у нас походу там мутация с новой, и ребята там тоже нас ожидает. Хорошо, что у нас есть еще. А вот теннисная ракетка, друзья. Она, по идее, была в другом месте. А у нас там паучиха. Вот наша теннисная ракетка была дальше. У нас есть еще шагометр. Я вам тоже покажу, где находится. У нас туда паучиха и двое ребятишек. Даже трое ребятишек. Ребята, привет, как отдыхает зомби. Интересно, чего они пропитаются здесь? А их вот наш шагометр прям на шее висит, чувака. Хорошо, мы тебя уничтожим? Сколько за шустрика? Ребята, это моя беруга. Слушай, они как-то меня прессуют сильно. Ну, разберемся с вами, конечно же. Так, свет, свет. А здесь свет. О, еще и паучиха. Хорошо, мы быстренько забираем, наверное, шагометр. Хотя он у меня уже есть. Эх, жесть, меня как-то прессуют сильно. Хорошо, мне нужно попить уже. Нужно поесть, попить. Мне нужно все сделать, конечно. И сходить в туалет, конечно. Хорошо, быстренько пьем. Пьем уже таблеточки и бегом отсюда. У нас, по идее, есть шагометр. Интересно, сколько я уже набежал километров. Или шагов сделал. Ах, а спуск у нас дальше. Ребята, отдыхают. Ребята, отдыхайте уже. Я вижу свою берлогу. Паучиха, паучиха лезет еще. Какие-то агрессивные стали они в форесте. Либо я уже перестал... Разучился выживать. Хорошо, наверное, спуститься нам будет дальше. Я даже не знаю, где именно спуститься можно будет. Но если тут побегать, конечно, можно будет найти. Нам нужно спуститься еще ниже. Жесть. Ну, по идее, я вот здесь проходил уже. Возле водопада. Ребята не отстали. Хорошо, мы, наверное, спустимся уже с помощью... Даже не знаю, это довольно опасно спускаться. Должны, по идее, веревки. С той стороны у нас есть веревки. Ой, жесть, тут довольно высоко. Но можно все-таки спуститься и аккуратненько. А есть где-то у нас должен быть проходик. Пункт паучиха. Как не очень мне хочется туда идти. Эх, было не было. Вот честное слово, друзья. Ну что, спускаться будем уже с помощью таким макаром. Это довольно небезопасно. И довольно будет опасно. Так, мы, в принципе, спустились еще ниже. А вот спустились и к веревочке. Да, мы, в принципе, можем спуститься, но мы уступы устойчивы и будем спускаться уже в самый низ. В сам кратер уже, где находится наш бункер. Ребят, довольно веселые и агрессивные стали. Но я вам покажу, где находится шагометр, где находится, к нам нужно спуститься еще ниже. В самый низ спускаемся уже и находимся уже практически в кратере. Так, довольно много веревок, будь только повнимательнее. Так, вроде есть стенка, по которой можно спуститься. Нет, не та самая стенка. Так, есть косточки. Косточки нам не нужны, мне нужен свет. Это еще довольно высоко. У нас, по идее, там есть вода, а вон наши веревки. Ох, мне нужно было спускаться именно вон там, что ли? Так, подняться нужно выше. Хорошо, поднимаемся выше. Возможно, там есть веревка, но я уже не буду смотреть. У нас, по идее, должна быть одна веревка, и она должна быть до самого низа. Давненько мне здесь не было. Так, здесь можно пройти. А можно, в принципе, перепрыгнуть. Хорошо, не буду рисковать. Я просто возьму уже ледоруб и пройдем уже таким макаром. Так, давай-ка втыкай его. Так, чуть выше и сразу левее. А можно, кстати, подняться выше куда-то еще. Так, левее. Так, окейшки можно пускать уже. О,
Ух, и спустимся. Хорошо, давай спускаться уже, наконец-то в кратере уже. И разведаем, что у нас в бункере. Мне прям не терпится. Да, это веревка до самого низа, как мне помнится. И мы уже практически внизу. Сейчас осмотримся, что у нас есть. Да, мы в самом низу, там будет довольно много... Там будет еще много у нас приключений. Фу, там же ребята нас ждут. Где наша катанка? Так, зажигалка у меня, в принципе... Это что у нас? Череповка, где мы не берем? Можем, в принципе, просто пробежать мимо них уже, не трогать никого и просто пробежать. А нам... У нас там уже довольно еще много приключений. Я просто пробегу мимо них. Ребята, отдыхайте, все спокойно. О-о-о, ко мне бежит. Так, аккуратненько. Так, можно пройти вот здесь. Давненько здесь не было. У нас должен быть такой проходик уже, сквозь который можно посмотреть, что происходит с той стороны. Так, секундочку, у нас что-то есть. Какая-то фотография. Так, зажигалка, зажигалка, скорее. Так, я не успел посмотреть, это, видимо, какой-то, ну, какой-то есть тайничок, который нужно будет найти, конечно же. Если, конечно, форс продолжится. Так. Там слышу на какое-то речение. Это бы баллон кислородный. Значит, нам пригодится там еще кислородный баллон. Жесть. Хорошо, видимо, нам нужен здесь уже баллон будет. И, конечно же, одеваемся акваланг. Ну что, мой друг, ныряем. Ныряем куда-нибудь подальше. Так, ну секундочку, если нужен был баллон, значит, нам нужно куда-то под воду. Так, у нас пойдет тупик. Нет, нам, походу, не сюда. Секунду, сейчас разберемся. Сейчас разберемся, куда мы. Так, веревка. У нас вон, по идее, проход есть. Судя по такой свет, довольно будет приятнее. Сколько черепков. Здесь такие повадки, которые, видимо, ребята отдыхали. До самого круба. Так, привет, ребята. Все спокойно. Интересно, чем они тут питаются? Они вроде такие мощные и накачанные ребята. Ну, тут питаться практически нечем. Так, куда-то мы реально идем, идем. Даже не понимаю, куда именно идем. Мне кажется, должен быть проход уже на левую сторону. И там у нас... Да, совершенно верно. Вспомнилось. Там у нас сразу трое. Нас ожидает сразу трое. Ребята, спокойно. Можно, в принципе, их уничтожить. Слишком много пробегаем уже. Так, один, второй. Третий тоже. А третий отдыхает уже. Присел отдохнуть. Так, вот прям со спины. Как же устал махать уже. Ну, в принципе, всех уничтожили. Ох, и зубик. Походу, кто-то еще все-таки ржет. Так, секундочку, это мертвый. Нет, еще дышит. Теперь не будет дышать. Хорошо, мы практически уже добрались. Да, на в левую сторону. Тут у нас есть проход на правую сторону, там ничего-то хорошего у нас нет. А вот с левой стороны как раз у нас есть и проход. Может, не он пройдет. Там еще второй есть. Опа, ну, нормально. Можно взять мушкет уже и просто взять его в головешку. Так, медленно подходим. Прям в затылок. Какой-то неубиваемый. Просыпается. У нас перезарядка идет, как не очень-то и удачно получилось. Вот это, конечно, не очень удачно получилось. Хорошо, ему нужна таблетка. Нам нужна таблетка, и ребята, подходим по одному. Сейчас будет выстрел. Не получилось, мне кажется. Он решил просто убежать. Его, конечно, можно взорвать. У нас, походу, еще один. Бегун. Да, это, конечно, можно взорвать. У нас динамита два штуки. Хорошо, мой друг, мы тебя взрываем. У нас откуда появился динамит? Я даже не знаю, откуда именно он появился, но у нас он есть. Хорошо, так. О, второй подходит. Держи, ребята, отдыхаем. Сегодня вы отдыхаете. Так, надо, готов? О, просто в мясо. Откуда маленькие еще появились? Какие тут кипиш начался. Хорошо, уходим уже отсюда подальше. Это что такое здесь? Какие-то новые текстурки. Так, у нас есть много веток. Можно, конечно, тут уже развести костер. Уходим. А он остался на втором берегу. Ну, вроде бы остался, но они, по идее, умеют под водой бегать. Но у него не получается. Хорошо, можно как раз сейчас динамит уже. И где-то у нас стенка должна быть. Зажигалка. Ну, что ж такое, промокло, что ли? Нет, все нормально. Да, у нас вот завал, и нужно тут уже взорвать будет. Мы, в принципе, есть не хотим, пить тоже не очень хотим. Нам нужна, наверное, все-таки водичка. Пополним силы. Так, ну что, друзья, взрываем, конечно. У нас нарисовано, можно взорвать. Можно, кстати, даже просто оставить. Отнюдь не получается. Ох ты жесть, как же плохо! Ничего себе! Обалдеть, это было, конечно, очень зрелищно.
Ух, ну даже подъем какой-то появился. Раньше подъема у нас тут не было, мне припомнится. Так, хорошо, берем катанку на всякий случай. Я даже не знаю, а как подняться тут-то? А, вон по стенке, что ли? Разработчики, видимо, добавили прям по стенке. Хорошо, забираемся прям по стенке. Раньше у нас такой функции тут не было. Подъем какого-то. Так, спустились. Все спокойно. Мутант остался там, а мы уже продолжим дальше. И помните, здесь было маленькие такие... А, вот они. Да, маленькие тут ползы все-таки. И больше никого здесь не будет. Ну что, ребята, сейчас маленько вас попрессуем. Так, один, второй готов. Их у нас должно быть 5 штук. Так, третий тоже готов. А ледоруб довольно хорошо рубит их. И у нас, по идее, должна быть стенка. Да, тут есть костерчик. Когда-то здесь проходил и разжигал. В принципе, больше никого не вижу, и у нас здесь тупик. Хорошо, нужно ветки уже. Ветки, камни, все что угодно. Ну, желательно просто взять, наверное, камни. Они нам не пригодятся. И можно их положить уже. Вот так, можно сверху встать уже. 3 камушка, и дверь откроется. Сим-сим, откройся. Так, он открылся. Да, дверь открылась, мы проходим. Секундочку, там у нас чувак. Сейчас разберемся с тобой. У нас, по идее, есть ракетница. Мы будем использовать все виды оружия. Чувак отдыхает. Давай, просыпайся. Доброе утро. Ах, у меня патронов нет. Как не очень удачно получилось-то. У нас кончились патроны. Пишу с руками. Оп, хороший выстрел. Кто следующий? Так, похоже, следующий. Он решил уснуть. Уснул навечно. Он не может пробежать, видимо, через текстурку. Какие бегут. Нет, все-таки пробежали. Давай обратно. Прям в спину. А мушки довольно крутые, смотрю, друзья. Так, ну что, осталось последний? Это маленький бегает. Эх, интересно, маленького можно убить? Он готов. Слушайте, так отлетел, что забавно. Словно выстрел был из дробовика. Там последний остался. Четвертый. Нет, походу промахнулся. Хорошо, не будем тратить патроны. У нас довольно мало патронов будет. Чувак, удился-то. Зажигалка. Вот он. Он просто бегает и бегает. Черепок. Дверь шевелится. Боже, разберем с тобой, наконец-то. Так, зубики. Твои зубики мы заберем. Они пригодятся для топорика. Так, что у нас? У нас есть еще одна стенка. И сейчас сделаем, конечно, откроем. У нас последний камень остался. Так, прыжок. У нас нет, есть еще один камушек. Интересно, а можно положить черепки такие? Ну, секундочку. Да, черепки тоже можно класть. И, в принципе, проходим. Ух, какая красота. Всегда удивлялся кратер. Так, у нас есть черепок сверху, значит, что тут довольно будет интересно. Не, в принципе, мы уже практически прошли, мы уже в самом кратере. Есть веревки две, но там у нас внизу, по идее, ничего нету. Я вроде лазил и ничего не находил. Хорошо, мы уже, наверное, проголодались, у нас есть мясо. Оно уже маленько черное стало. Сейчас, наверное, выйдем уже на поверхность и уже, наверное, все-таки поедим. Там у нас, по идее, уже должна быть ночь, а возможно же и утро. Слишком долго мы тут бегали, смотрели все. И даже время суток я потерялся. Так, проход, проход. Да, походу, уже у нас ночка. Вот и кратер, друзья. Мы уже находимся в самом кратере, конечно же. Кажется, должна быть еще одна стенка. Да, есть еще одна дверь. И сейчас мы тоже это дело откроем. У нас, по идее, 3 черепка есть. Мы уже замерзли. Если замерзли, значит, у нас ночка. Так, давай-ка. Вот так, сейчас сделаем костерчик. У нас очень много веток. Еще один прыжок. Можно просто положить. Секундочку, наверное, в другой угол. Вот так, готово. Сим-сим, откройся. Ух, у нас тут свечка. А у нас свечка и должно быть довольно много мутантов. Но пока что никого не вижу. Хорошо, прям тут мы уже разведем, наверное. А хотя можно уже и пройти. Мне все-таки нужно развить костерчик, наверное. Согреться, поесть. Ребята, ребята угорают. Так, быстренько делаем. Где-то, ребята, угорает. Хорошо, наверное, быстренько делаем. Поедим. А вот ребята прибежали. Я еще вроде ничего не приготовил, они уже прибежали к нам. Так, готово, и можно положить мясо. Так, давай, один кусочек. У нас всего лишь один кусочек, как раз обергишка. Сейчас возьмем твое миску, чувак, иди ко мне. Так, нужно все-таки убрать уже акваланг, он мне удобно. Сейчас ребята прибегут на запах. Так, бежит, бежит, бежит. Готов, сейчас будет наш. Только не уничтожь мой костерчик. Конечно, придется уже разрубить его. Можно взять, будет мясо. Потому что у нас не будет уже дичи. А у нас будут уже вот ноги. Руки, ноги и, конечно, в туловище. Будет косточка. Так, готово. Такое эхо. Обалдеть. Раньше такого не было, друзья. Ну-ка, еще раз крикни. А когда он устает, он кричит. Ну-ка, секундочку, сейчас послушаем еще разок. Черепок мы заберем.
Реально такое эхо. Это довольно прикольно. Хорошо, у нас готово уже. Так, поели. Так, может, овощи закинуть уже? И, конечно, с фарганью уже, наверное, все-таки... Так, нам кинуть овощи нужно. Секундочку, головешку. Ну, давай головешку бросим. Руку, ногу. Нет, нужно... А, просто бросить. Просто бросаем, и все. Больше никого не вижу. Мы поели. Можно сделать даже бронь. У нас очень много костей. И нужно, кажется, три тряпочки. Да, готово. И, конечно, сразу одеваем. О, какой маленький появился. Сколько надо брони сделать? Сколько надо костей? Так, раз, два, три. Готово. Так, секундочку, похоже, что-то не то сделал. О, готово. Можно делать даже вот так, листву, кажется, добавить. Нет, мне кажется, не так. Хорошо, я уже не буду думать. Так, у нас готово. Сейчас у нас разлагается. Можно пожать еще ногу, хотя не нужно. Мы уже одели что-нибудь? Ну да, на руку у нас оделась, в принципе, неплохо. Хорошо, наверное, не будем ждать уже, побежим дальше. Нужно, конечно, спускаться в бункер и уже смотреть. У нас много камней добавили. Где-то у нас озерцо прямо в центре раньше было. А сейчас его нужно будет, конечно, найти еще. Ох, у нас там мутация есть еще. А у нас там мутант, конечно же. Даже не знаю, как с ним разобраться, или вы просто пройти мимо. Там у нас еще второй мутант есть. Ох ты, как же заврелся наверх он. Ну, у нас, в принципе, есть бронь. Просто пробежим мимо них, и, в принципе, все. У нас раньше было очень много мутантов. Так вот, наш озерцом. Пробежали вокруг. Смотрите, тут какая-то стена сделали даже. А, нам нужен акваванг. Мы уже под водой. Нормально. Мы уже под водой, давай прям в воду. Жесть, нас просто прессует. Нас как-то сильно прессует, мой друг. Какие они злые-то. Хорошо, одеваем акваванг уже. Так, одели. Да, вроде одели. Они уже где-то под водой находятся. Ну-ка, посмотрим, где они под водой. Даже под водой где-то бегают, ребята. Хорошо, спускаемся. У нас уже очень мало КП, я вижу. И спускаемся уже в самый низ. В последний пещер, где находится бункер. Что здесь плавает? Это просто деревяшка, видимо. Либо чья-то рука. Мне просто деревяшка. Последний спуск в бункер. Надеюсь, будет еще что-то интересное. Разработчики добавят уже обнову у нас буквально через 3 дня. И будут посмотрим, друзья, что там добавили. Так, я вижу, у меня очень уже устал. Ну, в принципе, у нас есть много кислорода. Мы просто медленно проплывем. И все будет окейшки. Так, уже нужно вверх. Давненько здесь не плавал, и реально очень большая пещерка. Мне казалось, она гораздо меньше. Так, мы практически на поверхности. Да, вижу поверхность, сейчас будем выныривать. Ух, бункер нас ждет. Ну что, мы уже наверху. У нас должен пойти этот рисунок, мы его собирали. И ролик даже делал по рисункам. Так, ее можно убрать, чтобы не мешалось. И, конечно, таблетка нам нужна. У меня есть последняя таблетка, и все. Но у нас есть бронь. Так, есть рисунок, и что нарисовано. Ну, я его, конечно, его собирал уже. Да, тот же самый рисунок. Кто-то где-то плавает. А вот и аборигешки у нас есть. У нас, по идее, там нужен быть костерчик, где я жарил кролика, как мне помнится. Как давно это было-то? Так, даже не знаю, стоит, не стоит его мясо брать. Можно взять просто головешку, отрезать голову уже для трупик взять, нет, не надо. Хорошо, пойдем дальше, его оставим на месте уже. Где-то тут у нас сверху был костерчик, прямо вот на этом месте. Видимо, уже куда-то исчез. Так, хорошо, мне, в принципе, дорога мне известна, тут у нас не очень-то большая пещера. И тут я, в принципе, все изведал, ничего такого интересного тут у нас не было. Так, что у нас с водой? Водичка, в принципе, есть, и можно попить. Так, вот проходик у нас. Практически добрались до самого бункера, и, конечно же, уже зайдем в него, наконец-то. Так, у нас спуск есть. Раньше можно было по стенке спуститься. А стенку, видимо, уже убрали. А у нас дальше будет стенка, точно. У нас будет дальше стенка уже. Нам уже будет ледоруб. Так, мы, наверное, все-таки замерзли. Наверное, нужно будет одеть уже уги. Может, даже и теплее будет. Возможно, теплее, а возможно и нет. Так, у нас должна быть стенка. Да, вижу, стеночка есть. Та же самая стенка, и забираемся. Какая-то появилась записка. Так, давай в левую сторону. И отпускаем. Окейшки. Так, ну что, уже практически возле бункера. Просто реально мурашки по телу. И что там у нас есть?
сделали большую пещеру, но довольно интересного ничего нету. Было только много мутантов и аборигешек. Тут у нас никого нету. Спокойно пройдем уже в бункер. Прислоним. Нет, все-таки, как кажется, кто-то есть. А, да, вижу, в нем бегает. Он просто испугался. Хорошо, мы не испугались, мы просто вниз прыгаем уже. Вот так, по-жёстко. Ну что, ребята, разберемся с вами. А вот он спит. Походу отдыхает. А что у нас с помощью мушкета? Сейчас маленько постреляем. Так, подходим по одному. Хотя можно просто пропустить их. Мы уже, наверное, просто убежим. Если, конечно, будет какой-то хороший выстрел. Но как-то, мне кажется, мы застряли. Нет, все нормально. Прошу, мы потеряли брони. Мы очень много потеряли брони. Как ты слишком с ними сюсюкался. Нам было с ним пожестче. О, нас окружили. Нас, походу, окружают. Хороший выстрел. Он отдыхает. Нормально. Так, перезарядка готова. Ребята, есть еще. Они без них не пройдут, и мы спокойно уже ушли от них. Хорошо, друзья, вот наши бункеры, в принципе. И мы увидимся, конечно, в следующем ролике. Будем открывать его уже, входить в него и, конечно, исследовать. Интересно, что у нас там будет ожидать? Концовка, либо следующая какая-то интрига. Ну, а с вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока!